Вы уже были однажды на выставках заслуженного художника Мордовии Николая Рябова. Да, приходите снова. Вы увидите нового Рябова. Нет, обязательно приходите. Откроете другой мир, разные эпохи, где время фантазирует, строит сюжеты, события. Художник, услышав их и вняв голосу генетической памяти, переносит на холсты. Он показывает время, в котором мы живем сейчас. Это реальность, в которой мы обитаем. Он показывает время, ну, какое-то, которое было до нас, когда нас не было. Он показывает время, когда вообще, наверное, людей не было, а были какие-то символические сущности. Вот такие три категории времени он показывает. Вот. А события, которые происходят в этих временах, это фантазии времени. В экспозиции 60 работ, 8 из них графические портреты. В них передает глубокую внутреннюю суть современников. Здесь портреты родных и самых близких ему, товарищей, коллег. В Мордовии их тоже знают и вспоминают именно в эти дни. Сергея Бахмустова, Валерия Юрченкова. Безвременно ушедшие из нашего мира, они оставили богатое научное наследие, воспоминания и благодарности за то, что были, помогали, вдохновляли. Идеи я все время вытаскиваю из народа, из моего прошлого, то, что я видел раньше. Они как бы сложились, и где-то в глубине у меня они сохранились, а теперь есть мастерство, есть возможность их сделать, создать как картину. Картины Николая Рябова продолжают друг друга, выстраиваются в тематические циклы, раскрывается история, эпос мордовского народа. В сюжетах переплетается время, видим старинные праздники, участвуют в них современники. Знакомимся с пейзажами подлесной Тавлы, родины художника, и ландшафтами Нью-Йорка. Особенность мастера – он постоянно в развитии, манеры, стиля, направлений. Это надо видеть. За этим нужно наблюдать. Музеи еще работают. Татьяна Бебинова, Александр Зюзяев. Наши новости.